цели. Едем на канатную дорогу. Привет, ребята, добрый день еще раз. Вот она, канатка впереди нас ожидает. Море приключений и подъем в гору. Мы с собой взяли канат. Что мы с собой взяли? Мы с собой взяли веревку, мыло. Так, на всякий случай, помоемся и в горы. Бурый вестник. Мужчина, читал. Ну да, мы что-то немножечко, конечно, начали. Без этого. Без прелюдии, блин. Мы наблюдаем, не знаю, та или не та, это какие-то маленькие вагончики, а нам нужна большая, она прям на самую высоту Ай-Петри. А это, наверное, какие-то здесь первая линия, что ли, хрен его знает. Это маленький, слушай. А где же большие? Давай спросим, дети. Да это не местные, вон идут. Это понятно, они-то, может, уже в курсах. Дорога 500 метров, короче, находится здесь, вот недалеко санатория Ай-Петри. Мы едем туда дальше, надеюсь, сейчас как раз туда и попадем. 200 рублей оставите, ну, на парковке. А тут, смотрите, два места остается, я вас поднимаю с экскурсии. Деньги те же самые, что вы отдадите на канат, 250, вы не будете час в очереди стоять внизу. Я вам расскажу полноценную экскурсию, едем через водопад Чансу. Не буду врать, он сейчас без воды, но покажу со стороны. Озеро проезжаем, с родника воды наберете. А, гору Шишко проезжаем, серебряную беседку. Панорама на Ялту, в этой панорамы отсюда не увидите. Поднимаю вас к верхней станции, веду на бесплатную дегустацию вина чаще, рассказываю, куда сходить, что посмотреть. А, ты просто нас на машине прокатить, что хочешь? Да, вот. А мы хотим на канатке прокатить. Просто а вы сейчас в очереди простоите. А вниз спуститесь на канат. На канатку, ребят? Ну, простоим, ничего страшного. Прямо тёмно. Ребят, намного интереснее будет, я вам экскурсию расскажу, а вниз канаткой спускаетесь. Вот уже уезжаем, видите, два места как раз. И сколько стоит у вас? Те же деньги, что отдадите на канатку. Нет, сколько? Сейчас мы тебе должны будем отдать. 350 человек. 350 человек. Те же деньги, что на канатке. Мы поднимаемся. А канатка сколько стоит? 350. В один конец? В один конец они продают билеты. 700 рублей в обе стороны. А оттуда потом можно на канатке спуститься? Оттуда можно на канатке потом спуститься? Я вас отправлю на канатку, чтобы вы хотя бы сравнили, что такое канатка. Понимаете, мы кого поднимаем наверх, потом отправляем канаткой. Кто поднялся канаткой, спускается с нами вниз. Говорят, намного интереснее с нами, лучше поехали дважды. Угу. Попробуйте хотя бы, ребята. Деньги по приезду уже, тем более, ну как бы, наверху, чтобы вы знали, за что платите. Вон ставьте машину, вот дырка есть, бесплатно паркуйтесь, вот уже уезжаем, два места. Ребята сидят тут, ждут уже. А еще сейчас поедете скоро, да, уже получается? Да вот уже спас. Давай. Такой слегка капает. Едем на машине. Решили подняться на машине. В горы. Сейчас везу туда, оттуда поедем уже по канатной дороге. Получше, и как она там будет в книгу рекордов Гиннесса. Первая такая остановочка при подъеме на гору Ай-Петри. Ребенку стало плохо, укачало. Вот сейчас пока сидим здесь. Я вышел сюда, вот такой вот обрыв такой здесь вот. Сосны. Сейчас поедем еще дальше. Еще, наверное, минут 20 ехать. Обрыв причем такой серьезный. Вот сломать руки, ноги. Скажи, вот экскурсию мне сделали. Там вроде его не укачивают, у нас Таша его сама укачивает. А она вроде сегодня нормальная. Вот по тропинке наверх, 20 метров далеко. По тропинке наверх, Андрюха, помчались в горы. Идем попробовать родничковой водички. Но не отсюда, а из другого места. Идем на родничок. Так, а где тут у нас родничок? Родничок. Вот он где-то родничок получается, да?
совсем понятно. И как тут посмотреть? Горное озеро. Вот такое-то интересное оно. Там черепахи водите, да? Да, ну сейчас не знаю, видите или нет, на солнце бывает, они плавают, греются там. А-а-а. 4 черепашки есть. Понятно. Тортилу надо посмотреть. Маленькие, да? Нет, там была одна большая. Это желтопузик был, как нам потом сказали. Ужа-то я поймал. Это вообще пожарный водоем выкопали, чтобы родник, просто так вода никуда не текла по лесу. А-а-а. Стекает сюда вода с родника, и вот если лес горит, здесь берут воду. Но воды обычно не хватает. Оно глубокое? 3 метра. Но рыба довольно крупная есть. Купаться вообще, купаться кто-нибудь? Бывает, бассейнки. Бассейнки? Да. Грязные, водичка такая, не очень, да? Ну и холодные к тому же. Бывает, лезут. Вода как родниковая, но она ледяная, наверное, скорее всего, да? Да нет, да, рыбачить. Пацаны приезжают сюда, вот местные рыбачат, что-то ловят. Есть карпы, крупная вот такая рыба прям плавает. Ну не знаю, вкусная она здесь будет. Покормить. В принципе, да. Бывает, всплывает, вон даже видно рыбу. Ну, такие маленькие. А тут прям такие кабаны плавают. Офигеть. Здоровенные. То есть сюда, можно сказать, рыбное место. Парадис, мы там были тоже. Были тоже, да? Тоже, намного да. Красивее, чем Никитский сад. Парадис, по-моему. Или, ну, парк Парадиса Айвазовского санатория. Айвазовского, да. Портенит. Да, 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 Портенит, да. А парк Парадис называется, очень красивый. Хороший парк, да. Мне тоже понравился. Там есть культура вот эта. Ну там, правда, не хватает еще там фонтана, по-моему, еще. То ли не доделали, то ли... Не доделали японский водопад. Да? Ну вот, да, вот каскад должен быть. Да, 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 да. Это японский водопад не доделали. Там и так денег уже сколько там, больше 100 сваев пили. Каждая стоимостью $10,000. Офигеть. А еще плюс нужно запустить там что-то. Короче, как развал произошел. Раньше спонсировал Тарута, олигарх. Что ему там стоило? Сейчас, получается, забросили какой-то, да, спонсор? Сейчас пока денег нет, да. Сейчас все силы брошены, наверное, на восстановление моста вот через Крым, да? Скорее всего. Керченский пролив. А там что такая забудочка у нас? А домик для отдыха. Люди приезжают тоже там. Посинячит. Посинячит, да, иногда. Ну, так интересно, так достаточно так, экологически чистая зона. Ну здесь как бы проходняк такой, ну, что да, вокруг то, что домика народ ходят, не очень комфортно. А ну, так, когда людей мало, осенью там довольно-таки много людей приезжает, чтобы посидеть. О, привет, старая знакомая. Да, привет. Как я тебя даже не узнал сперва. Это уже вот от этой Айпетры, Домик лесника, вот это называется. Открывается.
Гибралтар во всей своей красе, как на ладони. Высота где-то около 1000 метров, может даже чуть больше. Мы уже едем, короче говоря, по Айпетре. Еще пещера есть. Большой каньон, мы уходим налево, 4 километра, только можно вверх не статься. Наверху это воинская часть. Космические войска еще стоят. На родине называют яйца дракона. Дальше там мы видим космические войска еще. Это теперь такая дорога пойдет вверх. Ну дальше разбитая просто дорога, асфальта мало, поэтому по грунтовке. Ты закрываете, чтобы не закрылся. Лучше же там НЛО просто приземлилось. Площадь плато 300 квадратных километров, не поедем. Ну там горочки, вершины гор, смотри, какие торчат. А там вот черные точки сзади нас. Мы когда ехали, там тучи стояли в гору, короче. Там и на стрималы собираюсь. Ходит по тем дорогам, вот над тем обрывом. Как раз там фотография только что была сделана. Там очень стрёмно. Нужна специальная психологическая подготовка. Интересно, коллективу высокой культуры, отличного обслуживания. Зашел сюда, хочу побить. Муляж или настоящий? Тоже настоящий. Такая вот кафешечка здесь располагается, прямо над обрывом, можно сказать. Небольшая смотровая площадочка есть, можно сидеть здесь за столиком. Вот чемпионат вида. Идем сейчас, да, попадем на канатную дорогу, поедем вниз. Спускаться с гор на Айпетре. Между высотой. Там нормальный обрывчик такой, да? Да. На канатке идет, по-моему, что-то в поле, он помнит, там говорил. Там где-то 90 метров, по-моему. Надо этот горой. Ведь мы попадем на этот автобус. На этот автобус попадем или не попадем. Я не умею считать. 20 человек, наверное, где-то. Может больше? Может больше? Сколько можно? До 40 человек. До 40 человек, понял. Это уже хорошо. Мы, значит, попадаем. До 40 человек, Андрюха, мы попадаем. Под ноги смотрим, лево-вправо проходим. Еще 2 человека. Кабинка что-то вызывает. Неприятно. Немного стремновато. Сделано все. Да. Ничего не менялось с тех пор. Аккуратненько. Еще билетик сохранить надо. Алка. Внизу будете пить, здесь не надо. Все нормально, наслаждаемся видами.
Иди сюда. Вон там есть в углу местечко, можете коленочками ребенка поставить, по двое помещаются там. Ножками запрещено, на коленочки можно. Ребят, пропустите, пожалуйста, ребенка туда. Там по двое деточек помещаются. Только на коленке, ножками не ставим деток. Вот так вот спускаемся. Там у нас аук, по-моему, виднеется. Деревья так низко. Как долго туда поднимаемся, как быстро, не помню. Такой нормальный прицел, да? Когда мы его увидим? Да. Теперь посмотри, какие горы направо. Слева горы, справа горы, Кавказ. Там Армения зажигает свой армянский час. Где папа? Папа, дай фотоаппарат. И кинула. Когда на открытой кабине, то лучше зрелище. Ветрище будет страшное. Мы же вот спускались в Геленджикской, да? Но там не такие большие горы. Там открытые, садишься, прям открытая кабинка. Возможно, сейчас дальше будет такая местная, которую помнишь. Андрюх, как? Садимся. Давай по свиньям зайдем, опять возле двери встанем. Андрюх, торопись. Сейчас сосуд снимочек. Вот оттуда с той горы мы, короче, только что приехали, да? Ай-Петри. Красава. В общем-то, нашли свою машину. Вот здесь вот санаторий «Морской прибой». Прошли мимо. Уже вечереет. Кто-то пытается настроить музыку. Сейчас поедем, доедем до «Русалки». «Русалки», правильно едем? Вперед еще немножко.
еще немножко. Я уже вот иду. Все, все, нормально, я вспомнил, там точно будет сейчас. Вот, вот, скульптура с русалкой, вот, 100 метров, что ли, там, или сколько было написано. Вот, актер, да, вот она про актер тоже говорила мне. Дом творчества, актер. Ну вот, идем к набережной, поселка Мисхор. Тоже такие виды на фоне заката. Все это относится к Большой Ялте. Идем. Хаты продаешь, что ли? Как поселку вам Мисхор? Нормально. Нравится? Лучше, чем Ялта? Да. Улица Прибрежная. А вот, мы подошли почти к русалке. Осталось 100 метров, да? Мисхорский парк еще какой-то есть. Вкусняк уползает на улицу. Добрый день. Как вам поселок Мисхор? Алибаба и трёх разбойников. Красава. Ну, в общем-то, все, побывали на Петре, получили массу впечатлений. О, также в этом поселке, это находится возле поселочка Мисхор, зашли, сфотографировались возле русалочки. Все, до скорой встречи, подписывайтесь на наш канал.